Обычно в конференц-зале не так весело, как сегодня. Но День защиты детей – особый повод, когда можно устроить игры, позвать аниматоров и исполнить зажигательные танцы даже в больнице. Детские доктора устроили праздник для своих маленьких пациентов. Веселые игры, конкурсы, кричалки явно пошли на пользу детворе. Присоединились даже ребята постарше. После танцев под современные хиты успели потягаться в импровизированном перетягивании каната. И проверить свою гибкость в лимбо. Но, пожалуй, самый бурный восторг вызвал у детей вот это развлечение. Особенно, когда блестящую мишуру раскидывает врач-анестезиолог. Праздник прошел под присмотром врачей и медсестер, которым, кстати, тоже не дали заскучать озорные аниматоры. Стационар детской городской больницы открылся после большого ремонта в 2019 году. И открытие совпало с Днем защиты детей. Тогда медперсонал организовал первый праздник для пациентов. Тщательно мы собрали всех наших детишек. У нас были детки недоношенные, которые выросли в этом здании. Им было по 2, по 2, по 3 годика, по 2, по 3 годика. И мы им тоже с аниматорами устроили первый праздник. Нам это очень понравилось. И сейчас у нас это традиция. В детский праздник подарок нашелся для каждого из пациентов. Кто не смог поучаствовать в играх с аниматорами, поздравят в палатах. Сейчас в стационаре детской больницы проходит лечение 69 детей. Среди них 17-летняя Диана. К нам пришли аниматоры. Я безумно рада, что такой праздник есть, то, что больница проводит такие мероприятия для нас, потому что для детишек это очень важно, чтобы они не пропускали такие мероприятия. Обрадовался такому лекарству от врачей и Арсен. По его мнению, обычно в больницах такие праздники не проводят. А здесь устроили, и это было радостно. И я не ожидал такого сюрприза. Мне 5 лет. Спасибо нашим докторам, чтобы они хорошо лечили. Праздник помогли организовать спонсоры. Среди них и популярная пиццерия, которая бесплатно угостила детей пиццей. В конце доктора всех поблагодарили. Объявляем благодарность очень сильно уважающим нам. ЮВТ-24, мы их очень любим. Они пришли нас на праздник, чтобы запечатлелся этот праздник и остался где-то в памяти.